На конкурс дети читают стихи. Коложенкова Валерия, 12 лет. Из поэмы «Мороз красный нос» Николай Некрасов. Не ветер бушует над бором, не с гор побежали ручьи. Мороз воевода дозором обходит владения свои. Глядит, хорошо ли метели, лесные тропы занесли, и нет ли где трещины, щели, и нет ли где голой земли. Пушистый ли сосен вершины, красив ли узор на дубах, и крепко ли скованы льдины в великих и малых водах. Идет, по деревьям шагает, трещит по замерзлой воде, и яркое солнце играет в косматой его бороде. Забравшись на сосну большую, по веточкам палец и бьет, а про себя удалую хвастливую песню поет. Метели, снега и туманы, покорны морозу всегда. Пойду на моря, океаны, построю мосты изо льда. Задумаю реки большие, надолго упрячу под гнет, построю дворцы ледяные, каких не построит народ, где быстрые шумные воды недавно свободно текли. Сегодня прошли пешеходы, обозы с товаром прошли. Богат я, казны не считаю, а все не скудеет добро. Я царство свое убираю в алмазы, жемчуг, серебро.